Расскажите мне, ромашки, как живет моя милашка, думает ли обо мне в предвечерней тишине? Расскажите, есть ли шансы, чтобы встретиться опять, а потом сходить на танцы или просто погулять? И срывая лепесточки, повторяя да и нет, оборвал я все цветочки, что красили букет. Не сказали мне ромашки, здесь быть или не быть, может лучше мне, милашке, позвонить и пригласить. Не поведайте о встрече, когда произойдет, через день или под вечер, опоздает или придет, любит ли цветы любые или только роз букет, шоколадные конфеты тоже любит или нет. И срывая лепесточки, повторяя да и нет, оборвал я все цветочки, что красили букет. Не сказали мне ромашки, встречи быть или не быть, может лучше мне, милашке, позвонить и пригласить.